Владивосток, 30 декабря 2023 года. Прозвучал полуденный выстрел. Добрый день, друзья. В столице Приморья полдень. С каждым днем все ближе и ближе к нам Новый год. По восточному календарю грядущий 2024 год зеленого деревянного дракона. В восточной культуре мифическое животное символизирует власть, благородство, честь и успех. А его стихия – дерево. Символизирует собой рост физический и духовный. Потому удача и успех будут сопутствовать... Новогодняя успехи, почта. Имеющие чуткие и благородные цели. Здесь чай и какие-то пончики продаются. Здесь в домиках мыло ручной работы написано, игрушки ручной работы, пекарня БВ. Крошка, картошка, горячий пес. Дед Мороз танцует.
теплый шатер, еда и точка, пянсе, творческая мастерская. Напитки. Некоторые домики еще пока пустые, но новогодние выходные, каникулы длинные, так что все еще будет.